думаю, они любовники. Да нет. Он на нее смотрит так, будто да. Бун и Шеннон, брат и сестра. С чего ты взяла? Они что, по-корейски говорят? Просто догадалась. Ну и зачем вы затеяли переезжать с пляжа? Назад в пещеры? Вот вы, ребята, переезжайте. Они не говорят по-английски, чувак. Ладно, вы переезжаете? Я не понимаю, о чем ты, мужик. О пещерах я говорю. Ты пойдешь в пещеру? Джек и этот лысый парень. И это... Что у нее там на лице? Так вот, они собрались переезжать в пещеры. С берега в пещеры. А почему бы и нет? Хорошо, пункт первый — влажность. В пещерах очень сыро. В сырости размножаются бактерии. А еще она привлекает насекомых, которые отложат яйца у вас во рту, пока мы спим. Я понимаю, что вы меня не понимаете. Но если будет голосование, идти в пещеры или нет, вы двое, вы проголосуете против? Понятно? От того, что ты на них кричишь, они лучше понимать не будут. Слушай, если Джек сказал, что это хорошая идея, может нам его типа послушать? Почему это? Потому что он врач? Это потому что ему все должны подчиняться? Откуда мы знаем, что он не сумасшедший? Вот я вам что скажу. Как-то на днях пошел я от Ли Джунгли. И вот я писаю, а тут Джек мимо несется и зовет отца. Так с вами все понятно, идиоты? Хотите в пещеры? Вперед! А я стою здесь, на пляже, с теми, кто действительно хочет выжить. Ладно, увидимся в пещерах.